Друзья, всем привет! Я сегодня снова на Копе. Приехал во второй половине дня. Буду копать, как обычно, до 17. У меня вот первая находка. Очень красивая, но весьма печальная. Это бородачёс. Такой красавец. Эх. Верхняя часть целая, но вот здесь вот сломано. Жалко. Ну, красивый вообще. Так искусно сделан. Да, здорово. Чистить надо его. Ну, вот такой примерно. Жалко вот чем-то так здорово к нему прилетело. Ладно, берем, идем дальше. Вот мы сегодня с Чарликом. Он опять бегает, наслаждается жизнью. На улице тепло. Хотя к вечеру обещали дождь. Я вот так смотрю, затягивает потихоньку. Поэтому не знаю, получится ли до 17 копать, но буду очень надеяться. Да, классная находка. Еще бы целая была, вообще было бы супер. Ладно, берем, идем дальше. Друзья, интересно, такое кладбище улиток. Я заметил, так уже не первый раз в нее попадается такая картина здесь. Раньше не видал такого, чтобы они так все в куче. Как-то, видимо, они сползаются вот так в кучу перед зимой и погибают. Ну вот они так все вот, целые тут. Сколько много. Да. Может, они тут как-то вместе яйца откладывают. Потом где-то отсюда маленькие улитки появятся. Короче, хожу, ищу тут. Перешел вот такое место. Тут речка течет. Водопадик. Вот снега осталось немного. Кстати, сегодня Пасха. Всех поздравляю с праздником. Ну, конечно, уже будет прошедшим. Но все равно такой сегодня особый день. Стало пасмурно. Вот обещали дождь где-то в 4 часа вечера. Посмотрим. Пуговка попалась. Лысая. Целая с ушком. Никаких надписей нету. Ну ладно. Так, ну вот я тут что-то нарвался на какое-то место. Может, тут и что-то будет интересненькое. Похожу сейчас здесь. Что-то я там походил везде. Что-то тишина. Сегодня. Так, а что тут у меня, что-то не закручивается.
Сотянулся. Это что? О. Так. Ладно, походим здесь, может что-то тут будет. Ты что-то как совсем печально. Одно железо попадает. Всякий шмурдяк. Ни одной монетки еще не нашел. Наверное, часто точно походил, или даже больше. Ну, наконец-то монета. Что-то я уже отчаялся. Колодец вот. Друзья, какой-то кругляш выпал. Вообще монета ли это? Что-то не похоже на монету-то. Что это такое? Хрень какая-то. Да. Это была когда-то монета. Что-то тяжелое было. Угу. Нет, это не монета, похоже. Блин, я-то обрадовался. Да, жаль. Ладно, походим тут еще. Друзья, обручалочка попалась. Киличка. Что-то я сегодня хожу вообще впустую практически. Что-то какой-то шмурдячок один попадается, и вообще ни о чем. Ну, как бы тут надо, конечно, нарваться на какое-то место, где вот оно. Короче, обручалочка маленькая, колечко. Да. Что-то совсем сегодня. Вот одно колечко-то там. Бородачёс сломанный. И все. Вот так вот буду есть и куличик, яички пасхальные. Всех с Пасхой. Первая монетка сегодня. Блин. Что такое-то? Две копейки советские. 38-го года. Да. Это все, конечно, сапоги еще мешают мне, блин. Как я так лоханулся за сегодня. Личка. Друзья, вот так вот я ходил тут вечер. Ни о чем. Сейчас вот нашел там 2 копейки 38-го года. Вот, и сейчас копнул
такую вот шайбу из этой ямки. Вот из этой ямки копнул шайбу такую. Хорошо так звенело, даже не знаю, что это такое. Пока. Ну, вижу, что там что-то на ней изображено. Давайте посмотрим вместе. Такие большие. Такие большие находки, они всегда о чем-то говорят. Так, что это у нас такое? Так это же пятак екатеринский. Написано 5 копеек. Надеюсь, видно. На улице темно. 5 копеек. Оба-на. Смотрите, слепок. Вот. Слепок. Это екатеринский пятак. Где помыть? Снегу только если. Класс. Вот надо же, а. Весь вечер проходил. Ничего не нашел. Что-то все какой-то шмурдяк попадался. И вот под конец буквально копа. И пятачок сделал весь коп. Ты-то еще чувырла, весь грязный, сырой. Так. Люблю я их. Я вот не знаю, яма такая вырыта, может тут и нашли что-то когда-то в свое время. И это остаток былой роскоши. Так, как-то мы его... Ну, выглядит, конечно, вообще супер. 85-й год. 1785 год. Вот у меня второй пятачок в этом году. В этом сезоне. Ну, сезон, в принципе, только начался. Отлично. Все видно. Все четко. Я думаю, что грязь эта вся отмоется, и все будет хорошо. Отпечаточек вот сохранился. Надо покрутиться сейчас тут вот еще. Потому что вдруг он не один. Ну, а тут вот, конечно, я не знаю, что тут копали. Интересно очень. И снег еще лежит. Снег растает, и можно будет тут тоже посмотреть. Ну, сохранщик просто вообще как бы. Просто как бы вообще идеальный сохран. И черноту ее смыть, и все. Прям все четко видно. Супер! Вот такие вот у меня сегодня находочки. Ну, все равно как бы неплохо. Там где-то пуговка еще. Даже не одна. Но они лысые, как бы, без всякого изображения. Да, надо тут походить. Вот интересная эта ямка тоже. Что она тут? Значит,
Может, он тут не один. Но звенел, конечно, очень тонко. Вот там был пятачок. Сиди. Что-то глубоко. Как-то бы... Может, конечно, это... Не так совсем. Какая-нибудь банка консервная. Не исключено. Да, что-то странно. Что-то я уже сомневаюсь. Ага. С этой стороны. Посмотрим. Сердце замирает. Сердце замирает. И это банка консервная. Да. Блин. Вон там пятачок был рядышком совсем. Куда-то выбросить-то к этому дереву. Ай, да. Вот бы еще один пятачок, но такое. Ну, а это что? 33-34, еще выше. Да. Что-то прямо так и... О, еще одна консервная банка. Да что ты будешь делать-то, а? Вот надо же так. Дождик пошел. Надо же так. Среди консервных банок пятачок, вон, слепок еще лежит. Надеюсь, видно там, вон, лежит. Ай, зараза. О, еще. Ну что, еще что ли банка консервная? Тридцать пять, 34. О, тут уж совсем рядом с пятаком. Как так? Да, банка консервная еще одна. Да что ты будешь делать-то? Ты что такое-то будет? Три банки консервные. Рядом с пятачком. С ума сойти можно. Это уже просто полный беспредел. Вот так вот бывает. Ого. Ветер задул. Среди консервных банок, то есть получается, вот выкопал бы первую консервную банку и не стал бы копать. Жесть. Так что такие сигналы все равно окопать. Во что бы то ни стало. Но тоже тут что-то вот. Может железяка быть, а может советская монетка быть. Вот. Тоже надо проверять.
Вот так ботинки вот вообще мешают. Короче, я одел ботинки, неудачно купил, с металлической вставкой. И вот они очень мешают. Ага, это паста-то. Так, ладно, ходим ищем. Так, ну вот тут старые вещи попадаются. Пряжечка вот попалась. Старенькая. Какой-нибудь обуви. Место тут какое-то старое. Ладно, вот покручусь тут. Дима, есть смысл? Какая-то то ли монетка, то ли жетончик какой-то с дыркой, с манистой похоже. Как будто там какие-то иероглифы, что ли, на поверхности лежала, поэтому сухая. Да, там какой-то герб, какой-то герб там с короной, тоненькая такая. С этой стороны вообще ничего не видно, только надпись. Короче, на манисте висела. Какая-то старая, короче, фигня. Ладно. Возьмем. Вот тут, похоже, дымовая яма. Деревья выросли уже. Интересно. Погодка что-то совсем испортилась там. Сзади вообще все синее. Это недалеко от машины, если что, добегу. Смотрите, сколько смородины. Прямо вообще это все смородина. Охренеть. Интересно, бывают ягоды? Может, тут растет как-то и без ягод совсем. Такое тут целая плантация. Одна смородина растет. Друзья, еще одно колечко. Что-то сколько их много нашел, нынче уже. Обручальное колечко, мне кажется, мужское. Большое. Ну, обычное медное. Ладно, положим хабарницу. Все равно находка, да и все-таки изделия. Вот у меня сегодня два их. Ну, что-то вырисовывается. Хоть что-то. А то я уж думал, совсем у меня сегодня будет пусто. Конечно, лучше один пятачок такой найти, чем там пять там каких-нибудь простых монет, непонятно каких. Друзья, пуговка попалась. Кажется, что-то интересное. Так. Такое.
сортирую. Ух ты. Вы посмотрите, каком у нас экране. Что-то изображено на ней. Так, ушко есть. Отлично. Какая-то гренадерская. Или как там называется. Сохранчик просто вообще бомба. Так, сейчас я протеру. Не помню, как они называются. Короче. Посмотрю, напишу потом. Надо почистить. Но это как она. Ну, она просто, конечно, сохран-то у нее. Я не знаю, почему так. Кажется, это то, что земля такая. Целая, короче. Вот такая находка, короче. Красота. Давненько таких пуговиц не попадало в этом году, пока первая пуговица такая. Ложка попалась. Цена 23 копейки. Какая целая была. Вообще даже не гнутая. Вообще прям в идеальном сохране. Была бы еще серебряная. Ну или хотя бы из нержавеющей стали. Ну, алюминиевая тоже, в принципе, неплохо. Так. Такие вот дела. Че, она тут не одна, что ли? Еще там что-то пищит. О, еще одна. Это что такое? Это кто-то уже поиздевался над ней. Расплющили, взяли. Ну это что такое будет? Да. Вот так вот. Две в одном месте. Больше нету. Так и хожу тут все. Что здесь такое? Банка консервная очередная. Нет. Ух ты. А что такое? Какая-то крышка опять. Нет, банка консервная. Из-под селедки. Фух, куда-то ее девать-то. Сколько их тут много-то. О, ужас. Накопал уже тут. И среди этих банок пятак екатерининский. Я вообще в шоке. Вот. Кто бы мог подумать. О, красиво как. Солнышко садится уже. Немножко там просветлело. Да, пора собираться тоже домой. Топать поближе к машине. Ты уже устал уже, да, совсем, да, Чарли?
Ой, ты набегался вдоволь. Лишь бы клещей не наловил. Вот такие красивые сегодня вечерние краски на горизонте. Так, дорогие друзья, вот такие у меня находки сегодня. В принципе, я их показывал все. Немного сегодня, не густо. Но, в принципе, я приехал уже где-то во втором часу дня. Первую половину копа я что-то ходил вообще ни о чем. Прошелся что-то, железо, мусор. Всякое что-то, ерунда попадалась. Никак не мог вот привязаться к какому-то месту. И вот попался пятачок. И буквально сначала вот советская монетка попалась там 38-го года. Потом пятачок. Кольца вот, пряжечка. Ну, короче, так, развеялся, походил. Немного накопал. Пятачок, конечно, сделал весь коп. Ну и вот это, конечно, бородачёс тоже. В принципе, неплохой. Хотя бы в таком сохране, то красиво. Можно куда-то в пано его поместить. Так вот на обороте выглядит. Пятачок. 2 копейки. Вот, все. Все, друзья, спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео. Всем пока.